Василиса? Привет! Привет, малышка! А мы с тобой сегодня достали Джелли Бафф и сейчас будем его испробовать. Мы видели, как это работает, но сегодня будем пробовать сделать нашу собственную ванну Джелли Бафф. Поехали? Да! Включаем воду и набираем ванну. У нас есть вот такая вот упаковка Джелли Бафф. Она рассчитана на две ванны, но, насколько я читала, каждая из таких ванн должна быть не более 6 сантиметров. Поэтому, я думаю, мы сейчас оба пакетика высыпем в одну ванну. Посмотрим, что получится. Набираем воды сантиметров 12, это не так и много. И будем высыпать наш Джелли Бафф. Итак, мы набрали немножко водички. Васюшка, бери свой Джелли Бафф, будем его открывать. Давай. Будем открывать. Давай сюда поставим. Итак, мы его открываем. Она сейчас остынет, я думаю. И достаем вот таких два пакетика. Что самое интересное, такие вот они немножечко разного цвета. Один светло-голубой, совсем-совсем. И другой чуть-чуть потемнее. Надо открыть этот пакетик и высыпать его в ванну. Я хочу. Давай. Давай. Я. Сыпь. О, видит. Высыпай, 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 высыпай. Давай, давай. Сейчас и второй достанем пакетик, Васюш. Так. Давай. Все, высыпала? Да. Давай, нет. И сыпь второй пакетик. Скорее, скорее, скорее. Смотри, что получается, Вась. Она уже прямо тебя на глаза превращается. Смотри. Вот такую вот штуку. Смотри-ка. Надо вот так размешать ее хорошенько, Васюшка. Смотри. Ну-ка. Ебачи. Разъебал, какой горячий. Ну что, прикольно? Посмотри, сколько у нас получилось вот такого геля. Вот это да, Васюха. Ты знаешь, можно даже какую-то физику изучать, потому что воду так просто не уберешь. А так, смотри, хлоп, мы его разбираем. И вот здесь вот у нас вот такая вот штука получается. Здорово, смотри, какой классный. Давай тебя сейчас закопаем, 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 закопаем. Нет, нет. Класс. Смотри, мы вообще отсюда все убрали. Представляешь, какой у нас тут гель? О, вот это да! Ничего себе, как ты думаешь, может быть он такой у нас густой получился, добавим чуток воды? Смотри, ой, я Ваську закопала! Класс! Мама, смотри! Смотри! Пью-пью-пью-пью-пью-пью! Это горячее! Васюша, а ну-ка смотри, кто к тебе сейчас летит, твой Джелли Бафф! Васе прилетели разные игрушечки из мультфильма «В поисках Дори». Ты посмотри, рыбки, давай всех попрячем и будем искать, давай. А еще пришли к тебе принцессы, которые тоже хотят поиграть с тобой вместе. Василиса, мы тоже хотим поиграть в твоей ванной. Сними с нас, пожалуйста, платьице, чтобы мы остались в одних купальничках. Вот так, давай маме платьице. И наши принцессы тоже отправляются на купание. Да? Опа, давай маме платье. Вау! Ого, они там по голову все спрятались, да? Раздевай их скорее. Раздевай принцесс. Давай, платьице маме. Ач. Вот так. Здорово как. Не утонет, не утонет. Не утонут, нет? А смотри, последняя принцесса осталась. Доставай ее, отдавай платье. Так, девочки пошли купаться. А Барби будем купать? Да. Барби тоже хотят играть с тобой. Опля, все, все там попрятались, класс.
Вот это да, Васька. В общем, такая очень прикольная штука. Я даже не ожидала, что это так будет здорово. На ощупь ей очень приятно играть. Очень здорово. Вот такой вот голубой снег. Итак, смотри, у нас тут все спрятались, Вась. Ну что, теперь будем искать? Кого будем искать? Кого найдем, да? Они все разбежались по маме. Васюша нашла вот такую вот жемчужинку. Жемчужинка из мультфильма «Поисках Дори». И это. А еще ты нашла Барби. То, по-моему, Барби не помылась, а только стала грязнее. Вообще, Барби надо было снять. Дори. Это у тебя флаундер. Да. Ты нашла флаундера. Флаундер. Вот такого флаундера Васюша нашла. Вот такой. А кто тут еще? И принцессы пошли. Вот такая принцесса. Класс. Здорово. Кто там еще прячется? Давай всех найдем. Кто это? Это кукла. Это Барби твоя, да? Доставай ее. По-моему, им ванна пошла не на пользу, они стали еще грязнее. А мой это. А мы потом их всех помоем. Давай всех сначала найдем. Давай. Кто там еще? Давай, опускай ручки и ищи. Кто там еще есть? Еще одна принцесса, Ариэль. О, это русалочка. Русалочке, в принципе, не привыкать. Ты еще кого-то нашла? Это у тебя тоже какая-то принцесса, но они без платьев. Сажай ее на бортик ванны. Я их без платьев не признаю, кто есть кто. Была водичка жидкая, мы насыпали джелли-бафф, и она стала вот такой вот, как снег, да, как гель. Ты нашла Хэнка. Класс! Здорово! Вот он наш Хэнк. Хэнк тоже чуть-чуть у нас. И крабик. Доставай все. Доставай. Класс. Ты еще кого-то нашла? Давай. Кто там? Дори. Класс. И Дори нашлась. В общем, вот так мы понаходили практически всех наших друзей, все наши игрушки. Кука Барби. Барби? Здорово. Класс. Такая классная у тебя ванна. Ты всех нашла уже. И доставай тогда и этих двух принцесс и жемчужинку. Доставай, всех вытаскивай. И будем играть с нашим джелли-бафф. Ну ничего, все, значит, наверное, всех вытащили уже. На живот. И поплыли! У-ху! Класс! Ну что, а ну покажи животик. Покажи животик. Чистый животик. Классно. Как здорово. Та-та-та-та-та-та-та. Все, Ваську закопали, закопали. Смотри, можно слепить, попробовать вот такой вот снежок. Васька, ну что, ты наигралась уже? Да. Будем превращать джелли-бафф в воду? Да. Для того, чтобы превратить назад джелли-бафф в воду, нам надо рассыпать два вот таких вот пакетика. И посмотрим, как у нас это получится. Моя. Это соль. Васюша, сыпь соль. Один пакетик. И сейчас насыпем еще один пакетик. Так вот по ванной все рассыпали. Надо это размешать. И будем смотреть, как сработает. Превратится ли теперь наш гель назад в водичку. Мама. Давай. Будем ждать превращения. Да, он начинает таять, по-моему, превращается потихонечку в воду. Ой, здорово. Сейчас посмотрим, станет ли
наш джелибаф водичкой. Посмотрим. Да, водичка становится более жидкая. Растворяется наша желейка. Классно, Вася? Васюха. Классно? Мам, я хочу еще. Давай. И оп, пока еще есть гель. Давай, они у нас будут прыгать. А мы, Васюша, будем прощаться. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.